Вот. Вот это наш лаунчер. Вот у меня сохранен мой пароль. Вот наш сервер High Voltage. Опции. Тут у нас новости. Наш сервер Ghostly Dev World. Опции. Тут у нас все, все, все. Все закрыть, играть. Все, что у нас. Что только можно. Можно нажать тут. И у нас еще немножко не работает. То есть у него ранний еще. Блин. Блин. Что делать? Это капец. Это капец. Кстати, лаунчер я делал сам. Да, лаунчер я делал сам. И у нас немножечко... Да, он закрылся. Поняли, вот. Пускаем наш лаунчер. Пускайся ты, блин. Кстати, вот я не знаю, это у меня руки криво растут или у кого. Но чего-то он не у всех работает. Так, нет, фуллскрин не хочу. Где-то должны быть кнопочки. Кнопочек пока нету. Тайт волтаж, вот. Реализация. Обновление. Вот, все загружается. Так, все. Шул. Так, сейчас. Вот, ну придется так здесь снять, короче. Неудобно немножко, но придется. Так, что у нас еще есть на сервере? У нас есть на сервере. У нас постоянные раздачи на сервере будут, если будет много игроков играть. Так что заходите. У нас на сервере не запрещен лазер. То есть можно с лазером бегать. Да. Только вот гриферить с лазером нельзя. Запрещено. Гриферить. Гриферять. Всякое. Всякое такое, знаете. Да. Тыщ. О, давайте вот так вот. Тыщ. Все, я поджегся. Отлично. Так. Еще у нас недорогие донаты услуги. То есть винка очень дешевая. И еще я вообще не знаю, о чем сейчас говорить. Но у нас тут работает совершенно все, то есть вот можно. Да. Телепортер есть. Что он там делает? Как он там? Или как? Как? Что там? Телепортер этот чертов. И надо еще то ли энергию запитать, потому что... То ли надо рычагом. Не знаю. Кстати, нам... У нас сейчас не идет набор модераций. То есть любые просьбы дать модерку, админку и так далее будут караться с баном. Ферматинком. С баном навсегда. И, пожалуйста, ничего не выпрашивайте. Все равно вы получите бан. Только бан. И ничего больше. Вот так вот. Так, и теперь по телеку и невидимости я могу варп что у нас есть?
кач. Качалка. Вот тут варп-качалка. А, нет, это не варп-качалка. Ну, ладно, все равно пофиг. Спавн. Так. Варп. Варп. Куаш. Тел. Во, во. Блин. Андрей построил... Андрей построил отличный замок. О, как красивый замок. Классно. Замок. Мечи, броня, все, что надо. Ладно, выпью молочку. Ку-ку. Так, тут у него портал. Чарка его. Защита от грифа. Вот тут домик то ли его друга, только вот такого. А, это Дедмаус. Это же чертов Дедмаус. Тот еще хороший человечек. Немножко схапаем, ням-ням-ням. Давайте-ка Дедмаусу положим небольшой подарочек. Давайте Дедмаусу положим сатнанки. Ну пусть ходит развивается, пацан. Ланки. Так, ладно. И теперь давайте летать и так далее. Так, эти фигня. Тут очень... Так, кстати, неплохой домик. Ломала. Я ломала стекло. Так, ломала стекло. Так, вон еще там замки. Ёшкин кот, а здесь классно. Почему я живу на Варп-Сити, а не здесь? Да. Ну, тут поднимаешься, и тут всякое. Я... Там точно такой же домик. Как и Дедмаусовский. Вообще полностью точно такой же. Давайте подойдем. Только он гриффинный. Видите? Кстати, вот это... Вот, сейчас, вот. Видите эти грибочки? Вот, сейчас покажу. Это все разные блоки. То есть я вот их ставлю, это все разные блоки. У них у всех разные ID. Вот это Андрейка. Это Андрей Киндом. Так. А я тут давно не был. What the fuck is мазафака? Фигня. Так, что это? Что это? А, приват. Кривой приват. Так, это Серегин. Криво руки. Хом. Мы у него лапку уже забрали давно. Вот тут у него. Вот он ИПМ. Если встретите ИПМ, ничего ему не давайте. Вот. У нас был плагин на оружку. Что тут у него? Мусор. И сейчас уже время мое кончится. Бесплатная версия Миликама. Ну что ж, если вам понравился сервер, играйте, по нему будут выходить ролики. А, разные тролли гриферов и так далее. А я, ребят, знаете ли... так, что она не взялась? А я, ребят, знаете ли, пойду. Реально. Если вы здесь впервые... Если вы на моем канале впервые, вы можете подписаться на него, поставить мне лайк. Мне от этого станет намного лучше. Позвать друзей, потому что мне сейчас это надо поддержку на развитие сервера. И я как бы ничего особо не упрашиваю, только упрашиваю подписки. Ладно. Не, ну реально, подпишите, пожалуйста. Пойдите, подпишитесь. С вами был мистер Зивдис, его сервер. Сломанный.